Так, погоди, железо-то я могу тут провести, это не проблема. Это не такая и проблема. Вопрос тут в другом. Ага. Так. Вот это я выведу железо. Давай-ка тогда сделаем вот так. Вот тут получается раз, два, три. Хорошо, у нас идет серная кислота благодаря силе и воде. Воду я подключу, не проблема. Так, железо подключу, сера. Серу, наверное, придется делать. А сера у нас, кстати говоря... Так, кстати, а по поводу серы-то... Воду мы здесь проведем. Серу. Сера у нас делается тоже вот в этой хрени. Так вот, три оставляем тогда. Сера. Где-то ты делалась очень просто, и мне это нравилось всегда. Вот. Ну, намотана. Не-не-не. Урдиоксид. Пошел нафиг. Где-то видел я тебя. Вот ты моя. Вот как раз я буду этот долбанный газ использовать. Который вообще ни к селу, ни к городу. Так, все, хорошо. У нас здесь есть сера. Сера передается сюда. Нужна еще и вода, как и к сере, так и к этому. Ха-ха. Лады. Так, мы здесь сейчас давай это все подключим. Сразу голову себе не парить. А, придется попарить. Мне надо сделать тогда, получается, выводы сначала. Их всех соединить в одну. Да. Давай-ка их всех соединим вот так вот. Здесь уже сделаем вот так. Да, вот так и вот сюда вот проведем. У нас получится вот такая вот ботва. Так вот здесь мы убираем. Ставим вот здесь вот. Здесь мы меняем на прямые трубы. Так, все, хорошо. Здесь соединяем. Гуд. Вода. Ну, воду можно отдельно сделать. Тут котелочек сделаем. А почему нет? Так, насос на отсос. И сразу давай тогда... Здесь, наверное, сделаем развилку, да. Давай сделаем, чтобы проще было. Вот так вот развилочку. И уже будем трубами тут цеплять. Потому что это плохо все закончится. Так, напрямую, чтобы оно шло. И у нас проблема теперь немножечко в другом. Вот в этом особенно. Так, стопэ. Нет, нормально влезло. Надо за проводкой, блин, следить. Дурацкой. Так, все. Проводка есть. Вот красиво, как смотрится проводка, обрати внимание. Но здесь, конечно, это соединители еще дополнительные. Нахрен, кстати, они здесь нужны мне. Надо вообще его убрать. Ой, боже мой, ну ладно. Так, все. Сера у нас сейчас будет штамповаться. Она уже начала штамповаться. Это хорошо. Здесь нам нужно протянуть железную пластину. Это мы сейчас организуем. Иди сюда, красавица. Так, я думаю, вот так, так и вот так. Сразу здесь сделаем так. А, нет, пожалуй, вот я вот здесь поставлю. Я вот здесь. Это я сюда объединяю. Ну, вид слишком сильно портить не будем. Вот так вот сделаем.
Вот так вот, да? А мне нужно воду еще, не забывайте протянуть вон туда. Здесь, кстати. Это делаем вот так. Вот так. Здесь так и вот так. Здесь так и вот так. Все. И у нас красиво получается даже трубопровод. Отлично. Все, что для счастья надо. Я надеюсь, тебя насос хватит. Это у нас ты первый, там вроде-то вторые, что есть. Так что здесь можно было... А, нет, здесь нужно было оставлять расстояние 3 для железа. Правда, в таких количествах оно нафиг не нужно. Так что здесь, пожалуй, надо делать вот так вот. Так, в принципе, какая хрен разница. Можно вот так вот соединить, чтобы он по одной линии это вел. А по второй линии выкладывать, к примеру. Да. Здесь ты будешь забирать отсюда, отсюда. Забирать отсюда, отсюда. Забирать отсюда, отсюда. Ты будешь выкладывать это все с дальнего края отсюда, с дальнего края отсюда, с дальнего края отсюда. Будешь выкладывать все на низ. Ты на низ. Ты на низ. Все. Пошла производство серной кислоты. Так, ставим усилитель на всякий случай. Там что получится, я не знаю конкретно с говном. Здесь тоже усилочки. Здесь у нас уже пошла серная кислота, и плюс тому у нас уже все есть. Все прекрасно. Серная кислота. Так, делаем так, так. Так, так. Так, так. Соединили. Теперь мне нужно что? Чтобы у меня от этого все выходило. Так, ну порядок, собственно. Здесь мы по одной лапке, наверное, поставим. Или по две. Как думаю? Давай-ка воткну по две. Здесь у нас будет уже вывод всего. И аккумуляторы пошли производиться. Все, вот такая вот несложная фабрика. По производству аккумуляторов. Я думал, что-то, блин, будет гораздо, друзья, сложнее. Так. И теперь остается только одно. Эти аккумуляторы вывести. Но вывести-то это уже вторичная проблема. Это я выведу каким-то тут ведомым, блин, способом. Здесь у нас что идет? Так, так, ты идешь, да? И тут ты не объединяешься ни с кем. Здесь я могу, по сути, тебя объединить, вот эту белую хрень. Значит, я могу ее, по идее, да, реально объединить. Здесь как-нибудь вот под этим углом нифига не выйдет. Насчет аккумуляторов надо думать, как их производить. Они мне еще просто понадобятся для личных нужд, так что я тут буду где-то ставить ящик и их подтыбривать. Либо на... Нет, я их лучше на конвейерной линии буду тыбрить. Так будет проще и удобней. И надо думать, как это все проводить. Итак, выход один найден. К примеру. Так. Здесь ни хрена не получится. Прекрасно. Здесь делаем тогда вот такой обход. Здесь соединяем и вот так вот сможем провести. По идее должен, слушай. Проводим. Так, хорошо, пошли далее. И мне здесь надо аж вывести вон туда вот. Ладно. Я понял.
Значит, вот так вот ставим. Так. Здесь ты у нас пойдешь вот так, потом вот так. Здесь... А, давай вот здесь вот соединю, чтобы красиво было. Я вообще нахрен убрать. Я тут, смотри, для него что делал? Место снаряжал. Да блин, она у меня тут вообще не в тему стоит, я же забываю все. У меня здесь все идет по своей индивидуальной логике. Вот, то есть вот так вот оно идет все. Вот так раз. Здесь они соединяются квадратом. Способ изобретал, друзья мои, для себя, сразу говорю, можете пользоваться свободно. Но мне нужна будет линия, чтобы если здесь, к примеру, оборвался кабель, или здесь, он вот там вообще два оборвалось, или три, чтобы цепь все равно замыкалась. Это производственная линия, она нужна всегда. И как у нас на работе? Свет отрубили, все, работа стала. Сиди, чеши себе, там, не знаю, до крови все, что хочешь. Это бредятина, по-моему. Так, все. Здесь дальше у нас уже пойдет линия, получается, обход вот этой ботве. Это у нас пойдут, друзья мои, аккумуляторы. Так, здесь они соединяются, здесь они будут уходить. Хорошо, на комике у нас есть. Где тут опять у меня была перестрелка? Задолбали вы меня. Хрен. Здесь стреляете. А вы кто такие? Смотри, у меня турельки разрядились, и они ближе подошли. Вот сучата, а. А, по поводу того, что они стоят. На ИИ есть логика. То есть, если я сделаю здесь вход дополнительно, где я планирую еще и вниз вот тут продвигаться, то есть они... Внизу сначала буду пробовать пробиться. То есть они будут стараться, они как вот... И тут логика мне объяснял человек. Спасибо, ему забыл как. Ник, в общем-то, он объяснял как. Вот они у меня стоят, потому что логика компьютера действует как. Вот они идут. Ох, ёпта, они прям здесь у меня возникли. Им охренели, что ли? Дачное место они, конечно, выбрали. Надо больше турелей. Я только об этом задумался. Вот здесь турелька будет стоять красиво. И здесь я смотрю, да, друзья мои? Пусть стоят. Это уже абсурд какой-то аж. Так. Соединяется здесь. Так, соединяем наши аккумуляторы новые. Будущие. Здесь все у порядке. Здесь надо соединить. Где они не выходят? Ага, понял. Наверное, как-то по-аккуратному соединить это все. Ну да, сейчас вот сюда вот как-нибудь подведу. Погоди-ка. Ага. Так и подведем. Без разветвлителей ставить, я вот постоянно забываю, можно прям напрямую, правда, зачесывать. Вот прям в бок ему. Ну а я вот так вот делаю пока что. И, смотри, как у нас интересно получится сейчас. Аж вот прям так. Красиво-то будет, слушай. Нормально, меня устраивает. Меня устраивает вполне. Понятно. Так, ты сюда идешь. Так, ты правильно. Так, все остальное пошло правильно, да? Вот так, так, так. У нас пошли теперь, друзья мои, аккумуляторы. Здесь еще одну турельку давай впиндюрим. Вот такие будем ставить. Беганы, они не супер мощные, там, эффективные.
Но они очень удобны тем, что у них расстояние большое. То есть у них вот покрытие, вот буквально вот, смотри, вот здесь турель, она уже покрывает практически все. И еще вот смотри, сколько ее прикрывает. То есть огневая мощь довольно-таки неплохая. Для жуков, которые вылазят из-под земли, это такой малоприятный сюрприз. Так что я этим пользуюсь очень хорошо. Пошли-ка еще патрушек возьмем. Кстати, по конвейерам он бегает раз 5 быстрее. Так, у меня 42 тысячи, блин. Маловато. Хотя можно купить вот эту вот хрень. Постепенно копились патрошки. Ну ладно, пока не до них. Ага, блин, увы, не до них. Блин, панельку бы эту расширить еще бы на две клетки. Вообще было бы идеально для меня. Но я патроны вручную заряжаю. Тут у меня вот только в этом геморрой. Аккумуляторы пошли. Аккумуляторы я еще буду вот подтыбривать. Вот в чем проблема. Как это все будет конкретно работать, это вопрос еще тот, друзья мои. И смотри, как некрасиво, зараза, не совсем. Сейчас мы организуем здесь красоту, наведем. А, блин. А тут, конечно, расстояние теперь... И да, еще... А, так я специально оставлял здесь вот для линий дополнительных в обход моего завода. Я что-то и забыл, кстати говоря. Я же вот, видишь, как делал? Здесь я рассчитывал, получается, на дополнительных линий еще одну. А, 8 линий, да, все правильно. То есть я эти линии вспомнил. Блин, склероз тупой. Я эти линии хотел объединить в одну и пустить две линии по 8. Я, блин, слушай, что-то реально забыл, друг. Ох, ё-моё, как у меня такой склероз-то мог пойти? Что здесь происходит? Что это такое? Прекрасно. Я начал эту хрень копать. Топ. Кто у меня копает Джемини? Вот тупой бур. У меня алмазы копать. Идиот. А что ты его там установил вообще? Ну я случайно. А, он чисто у меня вообще алмазы копает, кстати говоря. Стоп. Да, он чисто алмазы копает. Ну, блин, прекрасно просто. Делаем здесь так, но будем сгружать постепенно. Блин. Тоже отстой сейчас такой получится. Надо за этим еще всем следить. Еще прикольно. Ца еще насобираю. А. Так, стоп. Привет, ребят. Все, алмазы больше у тебя нигде не будут. Если это, блин, инвентаря хоть хватит. Да. Мазы вообще по другому пути мне должны идти, ну да ладно. Я вот что-то путь еще не... Так я и не планировал, во-первых, его делать. Так, все, пошло чистое уже. Черт. Да, конечно, с этим геморрой на печках не переплавляется. Я смотрю, думаю, что это за хрень такая? Так, ну, тут все собрал, тут все собрал. Вроде больше их нигде не должно быть.
А если что, там остатки я подсоберу. Ладно, пошли, я это отложу сразу. Это у нас ящики должны складироваться. Да и вообще для этого нужна отдельная производственная линия. Я не знаю, это надо потом еще все будет обрабатывать. И какого черта я здесь поставил, я что-то не понял. Я не думаю, что такой ошибки допущу. Ну да ладно. Видно, что-то я где-то не так заигрался. Так, у нас здесь переполнения никакого нету. А нет, пока все в порядке. Так, кварц попрошу убрать. Так. Так, вроде все. Да, разгрузились, называется. У нас лед. Ты у нас идешь сюда. Вместе с этой хренью. Камень. Это тэ-рэ-тэ-тэ. К сожалению, этот сундучок внутри завода не работает. Это довольно-таки, блин, обидно. Так, что у нас здесь остается? Мы здесь сделали аккумуляторы. Но патроны я вряд ли буду пускать, но нужна взрывчатка. И что, будем пускать линию взрывчатки? А вот насчет линии взрывчатки, ее как пускать, особенно если я не могу ее делать, это вопрос, конечно, еще тот. Может, я ее, конечно, блин, не вижу. Нет, я вот ее не вижу, всю эту взрывчатку. Ты меня пополам разрежь. Может, потом найду. Ну, ориентировочно. Эккеншелл. Я не знаю, сейчас тогда посмотрю еще, поищу эту взрывчатку чертова. Что это у нас такое за накосилка? Да пошли вы, блин, с ней. Блин, я ее точно вроде изучал. Мне, кстати, уже можно, кому интересно, алмаз сделать. Я пока не хочу с этим всем разгребаться, потому что кто-то жопой чует, что они еще, мол, где-то пригодятся. Черт его знает. Лазерного вооружения они вроде не нужны. Так, ну аккумулятор я сделал, а там мне нужно будет на... На взрывчатку мне нужна будет сера. Блин, надо ее найти. Хочу или нет, но мне нужно... Стоп, что это? Продвинутая переработка нефти? Что? А, 17-й. Понял. Так, а вот это уже интереснее, кстати, продвинутая переработка нефти, там мне пригодилось. И вот у нас взрывчатка, которую я не смог изучить. На ней нужна сера, уголь и вода. Наши лучшие друзья. Все, со взрывчаткой разобрались. Сера здесь не проблема, здесь даже взрывчатку могу поставить. Здесь и вода есть. Угля, правда, нету. Но уголь я могу снизу тягануть. Да. Ладно, это будем разбираться, друзья, мы реально уже потом. Сейчас, как говорится, не до этого. Взрывчатку изучить мне надо эти долбанные пробирки ставить. Геморрой сплошной. Организовала производство, так сказать, честно, на коленке. В общем-то, смотри, у меня здесь железные пластины лежат. Ну, все, кроме железных пластин, у меня тут, ну, протягивать смысла не имею. Сера делается, тут все делается. Фур нормально тянет и от одной трубы. И вот пошла переработка. И вот не знаю, будет ли он эту хрень брать, но 21 тысяча всего. Сейчас поставим побольше вот этих вот переработчиков. Мне просто этот уран переработать.
Нет места освободить под нормальную базу. Мне, в принципе, нафиг не нужно. Так вот, давай сделаем. Так, на все центрифуги надо улучшалки вешать. Не знаю, буду ли я зацикливаться с этой дурацкой атомной энергией или нет. Посмотрим, сколько у меня элементов выйдет. Для начала. Это вот вопрос самый, который меня интересует. Пусть перерабатывают. Я такие же штуки буду делать потом в отдельном местечке. Это мне уже будет ориентировочно по плану доставлять поезда. И это у меня будет вот здесь вот. Чисто железнодорожная линия с переработкой, переплавкой. Как это такой ботвой. Понятно, надо, значит, тебе давать, чтобы ты еще выкладывал куда-то. Давай ты будешь выкладывать не сюда. Я это буду складывать куда-нибудь контейнер здесь. Организую. Пока больше смысла я в этом не вижу. И делаем вот тогда получается. Так, 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 так. Ториум еще тут можно как-то производить, так что мне эти штуки понадобятся. В два рядочка, два крылочка. Что-то не уверен. Тут по цвету, судя, блин, безопасно. Тут, блин, радиации не подхвачу случаем. Какой-нибудь вторая голова еще вырастет. Хотя 4 ноги, если вырастет, я думаю, персонажа как-то не помешает никак. Так, ну все, тут все забирается. Вот одна даже единичка 225-го есть, но мне надо посмотреть, сколько всего выйдет. Смотрится, конечно, это шедеврально, друзья. А если я, к примеру, прибор ночной не уберу? О, так, тут освещение где-то есть, да? Смотри, как красиво. Ну, конечно, да, мне тут все под освещением, так что... Ошибка... А, нет, вот так вот. Ха-ха, слушай, как прикольно-то. Тема, а? Мне нравится. Сколько там набралось? Одна штука на 143, блин. Ну, я вот чувствую, конечно, здесь пропорции будут через одно место идти. Ой, бляха-муха, как меня это вот... Этот... Мягко сказать, уран напрягает. По идее, с него можно сделать хорошую электроэнергию. Даже прекрасную. Это, то есть, одна энергия будто от пара получается, другая от этой ерунды. Но все ж таки. Что-то здесь не так, мне кажется. Ага, вот и свинец пошел сраный. Значит, ты и свинец копаешь, и то копаешь. Тебе на это все нужно серная кислота. Вот козел какой. Я думал, поставим хоть бы поинтересней. Но здесь, ладно, тут много не выйдет пластин. Я сюда сколько получается? 3 косаря положил. 5. Ну, на 19к урана... Посмотрим, сколько уйдет. Мне самому это интересно. Считай, 20 тысяч тут было. А, так, я не понял, что с никелем делать, кстати говоря. Вот вообще не въезжаю. Тупенький стал. Так, что у меня по заводам? Работают. Здесь работает. Здесь... Пошла. Работает. Но там железо у меня чисто горится, да?
Здесь медь, правда. А, вот свинец пошел, все. Пошел свинец вот здесь, вот у меня маленькими партиями. Идет пока на второй. А если по идее я могу тот второй цех активировать по-нормальному.